В Сургуте с начала прививочной кампании вакцинированы от новой коронавирусной инфекции первым компонентом более 56 тысяч человек. Полностью завершили иммунизацию 39 тысяч горожан. В больницах крупнейшего муниципалитета автономии в наличии около 15,5 тысяч комплектов вакцины. В основном это «Спутник Ви». Для удобства горожан в субботу открылся дополнительный пункт вакцинации от COVID-19 в торгово-развлекательном центре «Ситимолл». Он размещен на втором этаже торгового центра. В целом, по Югре прививку от коронавируса сделали уже почти 200 тысяч жителей. По наблюдениям специалистов, у подавляющего большинства сформирован иммунитет. Сегодня почти 200 тысяч жителей в округе вакцинировали. Вот из этих 200 тысяч, это мы уже... Октябрь начинали, более полугода, да, ну вот в тысячах и в десятках тысяч измеренная эта история этого года. Так вот, вакцинированы 200 тысяч жителей Югры, они не попадают в реанимации, они и не погибают от ковида. То есть они защищены от среднетяжелого и тяжелого течения. Редко, менее 1% вакцинированных могут болеть ковидом. Иммунитет защитный не сформировался, но это менее 1%. И болеют в легкой форме, которая не угрожает жизни. Югорчане, берегите себя, пожалуйста, хорошо подумайте и примите решение максимально взвешенное в целях вашей безопасности, безопасности ваших родных и близких, касающиеся вакцинации.